Герман Пермяков, вы смотрите инвестиционный обучающий канал Redline TV. Сегодня я хочу опять предоставить вам наше реалити-шоу по суперкопилке и очередной выпуск в эфире. Я напомню, что я обещал это делать каждую неделю. И в эфире очередной выпуск суперкопилки, как продвигается наш проект по производству денег из воздуха. Итак, что сегодня за тему я взял? Так как первые 4 недели я зашел на тест-драйв, кто смотрел наш первый выпуск, посмотрите, я внизу положил ссылку в шоу-нотах. Кто смотрел, тот помнит, или просто можете восстановить, да, в памяти. Поэтому первые 4 недели я получать прибыль не буду, я сделал это намеренно, чтобы по максимуму получить результат и по тест-драйву, и потом перейти на рекламный режим. Итак, что сегодня я взял? Я сегодня взял сравнение банковских депозитов да, в гривне. Почему гривне? Потому что я нахожусь в гривне, мне доступны кредиты в гривнах. Да, я не скрываю, я работаю с банками и пытаюсь брать их кредиты для работы в тех или иных проектах. У меня есть специальный риск-менеджмент, с которым я могу гасить те или иные кредиты. Кто хочет узнать, можете посмотреть первую серию, я об этом говорил. Сейчас я буду это делать специально для чтобы гасить двумя картами, ну, второй картой гасить первую карту, да, как бы кредит, и, в общем-то, ждать, когда у меня, ну, получится сделать деньги на суперкопилке. Так вот, сегодня я просто привожу в видеошоте, привожу статистику, ну, вообще, вернее, мы зайдем на основной генератор, агрегатор банков, просто bank.ua, это украинский сайт, где мы просто посмотрим ставки годовых и посчитаем на калькуляторе, сколько за 4 месяца мы бы заработали денег, если бы эти деньги, которые мы взяли для суперкопилки, положили просто на банковский депозит. Там есть, взяли, есть коридор, то есть дельта от высокого процента до низкого процента. Посмотрим, какие ставки на сегодня. Напомню, что сегодня конец мая 2018 года. Естественно, более крупные банки с более высокими рейтингами дают меньше процент, более мелкие, никому неизвестные, больше процент. Мы посмотрим, сколько мы заработаем и сколько мы отдадим налогов с каждого банковского депозита. Не забываем, что Украина ведет войну, и везде есть военный налог. Поэтому не забывайте, что вы оплачиваете игры, которые играют политики. То есть сегодня политики играют войнушку, и вы эту войнушку оплачиваете. Поэтому подумайте, нужно ли вам нести сегодня деньги в банк, или же, может быть, их провернуть в суперкопилке. Поэтому поехали. Поехали, смотрим и, в общем-то, делаем выводы. Поехали. Итак, для проекта Суперкопилка я брал в украинском приватбанке и будет участвовать в закрытии средств карта А банка, тоже украинского. Или, возможно, монобанка. По монобанку я делал отдельный обзор на канале, вы можете посмотреть. Это банк без отделений. Я посмотрю, как еще получится. Сейчас мы просто открываем, находимся на сайте просто bank.ua. Это генератор банковских предложений всех банков Украины. В данном случае жмем раздел депозиты и смотрим, что сегодня предлагает нам по гривне в депозитах украинские банки. Думаю, что мы сделаем для российских чуть-чуть побольше, попозже, то есть мы тоже сделаем небольшой обзор по российским банкам. Сейчас мы берем украинские банки. Итак, вот видим самые верхние банки, это то, что проплаченная реклама, это Банк Альянс, Мегабанк и Идеабанк, да, польский банк, кстати, вот, ну вот они,
Вот плюс там. В общем, ставка где-то годовых получается 15-22, это все в гривне мы говорим, да? Вот самое большое 18% в гривне, это сберегательный банк Альянс. Дальше смотрим, что у нас предлагает дальше. Ты кредит с Союзом, как бы банки, ну пока Союза не трогаем, берем банки. Потому что понятно, что они в рекламу здесь ставят. Вот RWS банк, да, 17.50 годовых. Так, вот банк кредит Днепр 16%, Рады банк 16%. То есть видим, и снижается постепенно 15.75. То есть как бы банки те, которые имеют невысокие рейтинги, как правило, предлагают более высокие проценты. Вот, допустим, ну, динамику посмотрим, да. Вот мы видим, что средняя ставка даже повышается за последние, за май месяц. В апреле она была пониже. Вот она была 11.46, а сейчас 11.7. Вот. Давайте посмотрим еще ряд предложений. Вот Мегабанк 15.50 мы видели, да. Допустим, что у нас еще есть? Ну, все тоже как бы неизвестные. Вот Universal Bank, то, что Монобанк 15.25. Давайте как бы более таким крупным банком перейдем, чтобы посмотреть, что предлагают крупные банковские сети, ну, известные далеко за пределами Украины, или это банки, которые являются международными группами, да? Ну вот, первый украинский 14.7 годовых, плюс 0.3% бонус. Дальше смотрим еще. Альфа-банк дает 14.50 годовых в гривне. Напоминаю, я снимаю это на конец мая. Сбербанк России. Россия в Украине, который украинский, российский Сбербанк, 14.35 в гривне. Так, дальше смотрим более крупные банки. Что они еще предлагают? Вот Приватбанк, ставка Приватбанка идет 13% годовых в гривне. И постепенно, видите, уже к Ощад, украинский Сбербанк, Ощадбанк, 12.75. Вот уже кипрский банк Переос 12.75, так же как украинский. Вот приватовский тоже с услугой безналоговой для пенсионеров, это для пенсионеров. Украинский экспортно-импортный банк 12.50. Сейчас смотрим более, перейдем к еще более крупным банкам. ОТП Групп, это уже венгерский банк, да, который вот тоже Переус идет 11.50, ОТП Групп тоже 11.50 дает. Сейчас посмотрим, что дает Райффайзен. Вот ВТБ российские 11.50. Сейчас найдем Райффайзен. Райффайзен нам дает вообще 10% годовых гривни. Это то, что, в общем-то, можно получить. Ну и, в общем-то, мы видим, да, более... вот Crédit Agricole французский вообще 9.75. То есть, чем крупнее банк, тем меньше процент, да. Вот опять же Райффайзеновские, вот это Одесский пивденный банк. Вот, ну, в общем-то, мы видим, что имеем представление, что на сегодняшний день представляет банковский депозит для, ну, для как бы того, чтобы вы увеличили свой, приумножили свои деньги, да. Ну, допустим, у Корсиби, да, открываем дополнительные условия, что они хотят, да, вот, вообще 5.25%. Вот, ежемесячный выплата процентов, да, минимальная сумма 100 гривен, срок на год. Ну, не будем на этом останавливаться, перейдем в депозитный калькулятор. Так, перед нами депозитный калькулятор, и сегодня хочу показать, как я, вернее, как бы какую сумму я взял. Напомню, что я взял у Приватбанка сумму 415.01 доллар. Сейчас я зайду в Приватбанк, посмотрю, сколько это в гривне, чтобы точно в виде депозитного калькулятора посмотреть, сколько принесло мне на эту сумму, предположим, принес бы какой-то вот, ну, банк, да?
Итак, мы смотрим, что я взял 11 088 гривен 28 копеек. Рассрочка это не переводил, я ее буду. Ну, как вы знаете, я не буду ее как бы рассрочивать, я буду просто доливать другой картой. Рассрочку, может быть, потом отдельную схему поработать и показать, как она будет работать. Итак, на эти деньги я купил следующую сумму долларов. Это вот 415 долларов 1 цент. Теперь забиваем сумму в депозитный калькулятор. Забили сумму 11 088 гривен 28 копеек и ставим срок работы 4 месяца. Это 16 недель, которая отрабатывает срок у нас суперкопилки. Ежемесячное пополнение 0, то есть мы не пополняли, мы сразу же завели все эти деньги в суперкопилку. Ставка у нас здесь 16% годовых, выплата процентов в конце срока. Ну, в принципе, как в суперкопилке. Хотя, в общем-то, здесь будет у нас даже ежемесячно или еженедельно. Потому что суперкопилка нам выдает, в общем-то, на ежедневной основе закрывается рекламный, не только рекламный режим, вообще любой режим, если по неделям распределить, то еженедельно выплачиваются проценты. И жмем рассчитать, посмотрим, что у нас выдаст наш калькулятор. Вот наш калькулятор подумал примерно где-то полминуты, и вот что он выдает. Итак, первоначальная сумма 11 88 28, даже сумма 11 88 28, потом текущие налоги на доход с депозита 19% будут набираться, и вот сначала мы смотрим расчет дохода без учета налогов, то есть месячный доход без учета пополнения получается 148 гривен 25 копеек, украинских копеек. Но мы не будем останавливаться, сколько это в долларах, для тех, кто не понимает. Мы сразу перейдем к итоговому доходу. Вот этот, эта сумма 593 гривны ровно. Это вот сумма, которая, которую мы, в общем-то, получим, если мы эти деньги отложим в банк. Сейчас я вам скажу, сколько это в долларах. В калькулятор на сегодняшний курс по Нацбанку Украины 593 доллара это 593 гривны, это 22 доллара 64 цента. В общем-то, вот эта сумма нас ожидает в течение 4 месяцев работы. 22 доллара 64 цента. Как говорится, только на бумаге. Нужно стране родной отдать налог, потому что страна ведет войну, и войну обеспечиваете вы, те, которые кладете в банки. А войны, они всегда дело дорогое, естественно, их оплачивают, конечно, сами граждане. Поэтому с учетом налогов, а у нас сегодня есть военные налоги, все прекрасно знают, кроме НДС и кроме этого самого, есть военный налог, который здесь, конечно, не прописан, он будет прописан именно в, так сказать, в саму сумму списания, то есть вам как бы незаметно, вот вам по факту выдадут вот такую сумму 477 гривен 36 копеек. Факту вы получаете не 22,64, а 18 долларов 23 цента, или 477 гривен 36 копеек. Вы получите в результате 4-месячного заработка, 4-месячного заработка на любом, ну, в среднем, скажем, да, в среднем на украинском банкинге. Итоговый доход, который вам вообще вернут с суммы вот этой вот, 11 088 гривен 28 копеек, вы получаете 11 565 гривен 64 копейки. Запомнили цифры, да? Вы получаете в результате суперкопилки это вот эту сумму, 674 доллара 99 центов. То есть это, естественно, сумма общая вместе с телом депозита. Это 17 677 гривен 18 копеек вместо 11 565 гривен, да.
То есть чистый доход, который вы получаете, это 259,98. И это сумма в долларах. Итак, 259 долларов 98 центов вы получаете в результате. Это чистые деньги. Прибыль в результате, если вы эти деньги положите в суперкопилку. В гривнах это 6808,56. А не вот эти 593 или 477 с налогов. Налог здесь вы не платите, это абсолютно на вашей совести. Вообще, как бы законодательно предусмотрен налог с инвестиций, но это уже чисто на вашей совести. Хотите, декларируйте, хотите, нет, это как бы ваш вопрос. Но можете не декларировать, это как бы это уже ваше обязательство. Но чисто, если мы берем чистую доходность, то вот видим 477 гривен, если в гривнах, или 6000, 8, почти 7000 гривен. То есть вы можете как бы понимать, да, разницу, как можно отработать по гривнам или через банкинг, или через суперкопилку. В общем, думайте сами, и делайте выводы, и инвестируйте туда, куда вам лежит ваша душа. Ну вот, коллеги, я думаю, информация для вас стала более-менее понятной, то есть вы можете теперь понимать, что как, в общем-то, можно сделать на суперкопилке. Повторяю, что этот режим доступен только новичкам, поэтому вы это можете сделать первый раз, если вы первый раз знакомы с суперкопилкой, поэтому проходите вниз по ссылке и регистрируйтесь. Желательно заводить сразу всю сумму, вам дадут $100 бесплатно, и $100 потом вам эти принесут ваши вам деньги, естественно, дивиденды. Ну и, в общем-то, это интересно новичкам, но если вы не новичок, то, в принципе, как бы, я думаю, мы потом проведем какой-то анализ и сможем придумать, как можно работать не новичкам в данном случае. Я думаю, это тоже нужно отработать, этот момент, и мы этот момент отработаем обязательно. И те, кто, допустим, если вы смотрите наше реалити-шоу, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы следить за тем, как мы, допустим, дальше будем работать с суперкопилкой после окончания данного шоу, потому что я думаю, что схема довольно интересная. Ну, мы подведем итоги в конце 16-й недели. Напомню, 16 недель будет длиться наше шоу. Вот, ну, в общем-то, все на сегодня, поэтому я желаю вам профитов, желаю вам всего наилучшего. Следите за нами, подписывайтесь на канал. Те, кто играет с нами в квест, пишите нам пароль 1805, пишите его в шоу, пишите комментарии, ставьте лайки и получайте свои азовкоины. Напоминаю, если вы смотрите на стрим в каналах нашего присутствия, то вы получаете в 3 раза больше. Вот, ну и оставайтесь с нами. Будет с нами еще интереснее, я обещаю. Все, с вами был Герман Первяков. Услышимся и увидимся в подкастах. Пока.